Александр Лин о кино знает все. Нет, он не режиссер. Он работает киномехаником вот уже 43 года. Сам он кино любит больше наше, отечественное. Я люблю свои отечественные фильмы. Несмотря на всю свою любовь к отечественному, новое импортное оборудование киномеханик принял с радостью. Качество очень отличное. Вчера, позавчера были зрители, с таким удовольствием ушли, отблагодарив, как сказать, меня, как вроде, вот спасибо, говорит, что есть такое кино, не только кино, а вообще усовершенствованное. Первый сеанс провели в пятницу и уже в понедельник пригласили детей. Директор кинотеатра государственного предприятия и не скрывает. Их цель – не только заработать на качественном оборудовании. Социальная составляющая – тоже неотъемлемая часть. По целевой программе Республики Башкортостан от Министерства культуры Республики Башкортостан, значит, мы финансировались на развитие кинотеатров. То есть оборудование, которое сейчас у нас стоит, новейшее оборудование – это 3D, цифра, серебряный экран, самый большой, и самое мощное оборудование, которое есть, и в том числе и звук. Вот. На все на это, значит, нам Министерство культуры по программе выделило 4,5 миллиона рублей. То есть это немалые деньги, конечно же, но надеюсь, что мы их окупим, вот, потому что стоимость билетов у нас, конечно, будет ниже, чем у наших партнеров. Вот, и мы можем делать, допустим, такие сеансы для детей, специализированные сеансы, стоимость билетов, которая будет на порядок ниже. Удобные посадочные места – один из самых больших зрительных залов и второй в республике по величине экран. Старый кинотеатр, уверены сотрудники, обязательно привлечет новых зрителей. Первый раз я в 3D. Ну как? Нормально, отлично. Очень прикольно. Я уже второй раз смотрю там 3D. Мне нравится. Мне очень понравилось. Хорошее впечатление. Звук нормальный, там хорошо показывали. Но мне очень все понравилось. Вообще здорово было. Показывали мультик. А сидеть вообще удобно. Да. Хотя приятно даже. Лилия Гарифуллина, Дмитрий Кузнецов. Время новостей.